Вы помните, какое сегодня число? Нет. Месяц, год. Июнь 2021. А вы не могли бы посчитать от 0 до 10 в обратном порядке? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А почему вы улыбаетесь? Настроение хорошее. А когда вы напали на охранника, у вас тоже было хорошее настроение? Я сказала что-то смешное? Нет. Смешные не слова, а просто как вы ими оперируете. Государство потратило столько денег и времени, чтобы вы проводили психиатрическую экспертизу на уровне училки начальных классов. Ты учебник забыл? А голову-то дом не забыл? То есть вы намекаете, что я некомпетентна? Нет. Я не намекаю, я вам это конкретно сейчас говорю. Вы пытаетесь строить со мной беседу, основываясь на понятиях добра и зла. Я напал на охранника в супермаркете. Это зло. И это не зло, по-вашему? Нет, это лишь действие, которое можно определить как отрицательным, так и положительным, в зависимости от взгляда. Вот, например, вы. Когда вы трахались с женатым коллегой, вас же тоже можно было спросить, с каким настроением вы шли разрушать чужую семью? У вас был роман, сейчас его, скорее всего, нет из-за его семьи. Но вы присвоили себе этого человека. Вы садитесь с ним ближе, чем предполагает социальная дистанция, и постоянно смотрите ему в записи. Вы полагаете, что я не могу проводить психиатрическую экспертизу, раз у меня были отношения с женатым мужчиной? Нет, нет, ни в коем случае. Я лишь допустил маленькое сомнение в вашем профессионализме. Малюсенькое. И почему же? Ну как, вам сколько лет? 40? Да-да, 40. А вашему визави 70. То есть разница у вас 30 лет. Вот интересно, почему молодая, красивая, умная женщина трахается с взрослым старым хреном? Простите, я ни в коем случае не про вас. У нас тут вообще разговор на отвлеченную тему. Так вот, этот старый хрен, он трогает ваши молодые коленки и оттягивает резинку чистеньких дешевых трусиков и прямо в вашу кровать. Ему звонит жена. Алло? Да, Муся? Да-да, не забыл, Бородинский кефир, конечно. Вы не хотели бы прекратить? Трахались по любви или для зачетов? Предлагаю сменить тему. С удовольствием. Андрей, вы любите поэзию? Да, особенно «Серебряный век». И какой поэт вам больше нравится? Есенин. Очень хорошо. А вы не могли бы что-нибудь прочесть по памяти? Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других ебем. Спасибо.